Ночной звонок раздался, как гром среди ясного неба. Не успела 88-летняя пенсионерка отойти ото сна, как оказалось в гуще событий. У вашей дочери она попала в реанимацию. Ее сбила машина. В общем, нужно срочно присылать деньги. Помимо этого, из-за дочери Надежды Евгеньевны пострадала еще одна женщина – водитель машины. Она тоже в больнице. И это только часть крупных неприятностей. Если виновница ДТП не оплатит операцию пострадавшей, то дочери пенсионерки гарантирован тюремный срок. На лечение нужно 500 000 рублей. Такая сумма у пожилой женщины была. Псевдоследователь по телефону контролировал каждое действие потерпевшей. Он приказал завернуть купюры в плотную ткань и положить в сумку. Вскоре в дверь постучал курьер. Этот мужчина даже не подозревал, что он невольный участник мошеннической схемы. Ему поступил заказ забрать сумку и отвезти ее по указанному адресу. Однако, когда курьер увидел пенсионерку, сразу понял, что-то тут нечисто. Курьер обратил внимание на то, что пожилая женщина сильно взволнована. У него появились подозрения, что ее хотят обмануть злоумышленники, и он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что пенсионерку действительно пытались обмануть мошенники. Деньги спасены. Когда обман был раскрыт, Надежда Евгеньевна снова встретилась с курьером, чтобы поблагодарить его за неравнодушие. Ой, спасибо, да еще поцелуй. Спасибо тебе, милый, хороший, здоровья тебе. Спасибо. Чтобы все было хорошо. Спасибо. А это настоящая дочь пенсионерки. Когда ее маме позвонили мошенники, Ирина отдыхала на море. О телефонном спектакле с ее участием в главной роли женщина узнала постфактум. Я думаю, что это однозначно психологическое воздействие. Потому что человек, она очень такой эмоциональный. И она просто поддалась. И я думаю, что она про деньги вообще даже не думала. Для самое важное для нее это было, это жизнь ее родных и близких людей. Полицейские провели с пенсионеркой профилактическую беседу. Всегда будьте бдительны. Если вдруг вам поступают звонки с неизвестных номеров, на городской номер или на мобильный телефон, сбрасывайте, не отвечайте на них. Близкие родственники всегда вам перезвонят, если у них что-то случится. Участковая вручила пенсионерке памятку с основными правилами поведения при столкновении с дистанционными аферистами. Сейчас полицейские разыскивают тех, кто звонил Надежде Евгеньевне. Денис Бушуев, Алла Смотрикова и Михаил Кирсанов. Петровка, 38.